Ну, вы видели, хорошая игра была, что с их стороны, что с нашей. Мы немножко дотерпели, выстояли на большинстве, на меньшинстве, выстояли и забили хороший гол. Так что сегодня очень хорошая игра была. Начали не слишком удачно, как показалось со стороны, да? В чем сумели перестроиться во втором периоде? Уже преимущество было на нашей стороне. Честно сказать, не знаю, а мне кажется, что и первый период мы неплохо поддавливали. Да, у них была инициатива чуть побольше, но второй период мы перестроились, в раздевалке поговорили, сделали какие-то выводы по первому периоду и перестроились. А за счет чего удалось вырвать эту победу в концовке? В чем оказалось преимущество Салавата? Хорошо двигали шайбой, ребята молодцы, в нападении хорошо двигали сегодня, бросали много перед воротами, видели трафик, так что сегодня молодцы все. Впереди сразу два подряд матча будет. Насколько команда готова к этому и как команда будет к этому готовиться? Ну, будем готовиться, вздохнем, передохнем, то есть будем тренироваться. Игр много, игры хорошие, хорошие команды приезжают, так что, я думаю, все будет нормально.